большое. Анна Олеговна, вам слово. Уважаемые друзья, профессорско-преподавательский состав, руководители и гости. Действительно, 12 апреля 1961 года было столь великим днем для всего мира, что переоценить это значение невозможно. Это начало, как говорят, да, в астрономии, когда мы говорим о таких вещах, которые измеряются световыми годами, это начало космической эры. И ваша задача, уважаемые студенты, магистранты, будущие аспиранты и действующие аспиранты, продолжить то, что начали ваши деды, ваши отцы и ваши матери. Быть впереди, потому что Советский Союз, а ныне Россия, это действительно страна, которая обгоняет все остальные страны по ракетостроению. И до сегодняшнего дня мы остаемся непобедимы. Поэтому перед вами сложнейшая задача – дальше осваивать просторы космоса, определиться, что делать с черными дырами, как их пройти, какие корабли должны бороздить, да, воздушные океаны, хотя это может и звучит смешно. Поэтому я вас поздравляю с удивительным праздником, Днем космонавтики. Желаю вам успехов и творческих идей. Всего доброго.